242 толчки. К сожалению, в Байдуре я оставил на Рио-де-Жанейро, а толчки я пришлось побить, потому что последний подход был за мной, и пришлось точку ставить. И вот такой вот... Да. 3 килограмма. Парня Давид Биджанян, он занял третье место, он занял. Сейчас он поднял 240, и вот пришлось перебить его. И Руслан Нуридинов с Узбекистана, он занял второе место. Они по 240 подняли, а я толкнул, пошел 242. Ну, так как Руслан Нуридинов, он 193 вырвал, а я 190, пришлось идти выигрывать по весу. В общем, такая история. Спасибо большое. Я очень благодарен. Спасибо. С удовольствием. Я уже давно хочу поговорить и никак не могу подойти. Спасибо. Спасибо, господин президент. Очень приятно. Спасибо. Спасибо за поздравления. Спасибо. Все, готовлюсь. Все. Спасибо большое. Да, спасибо вам. Илья, потрясающе красивая победа, наши поздравления. Спасибо большое. Первые комментарии уже 4-кратного чемпиона мира. Ну, конечно же, я не могу сейчас найти слов. Давай вы немного дайте ему отдохнуть, я его поздравлю. Здравствуйте. Спасибо. Прошу прощения, спасибо вам большое. Спасибо. Ну, это наш традиционный с Тимурханом Минайдаровичем, так сказать, обмен любовью, так сказать, кулаками. Молодец. Все, ну, не в своем весе рекорды устанавливаешь, мужчина. Да, ну, теперь это мой вес. Ну, ребят, я что скажу. Нелегко было переходить, очень страх, боялся. Честно говоря, сложнее, чем даже первые мои выступления в 17 лет на Дохе, в Катаре. Это было намного сложнее, тем более ребята сильные очень. Я знал, куда я иду, но пришлось переходить за рамки, потому что категория очень-очень, ну, 94 уже поджимала меня. Конечно, я в первую очередь, конечно же, я благодарен господину президенту нашему Руслану Абишевичу, потому что я никогда не забываю тех людей, которые мне помогают по жизни, которые меня верят и которые ставят на меня и говорят, он выиграет, этот парень. И поэтому я посвящаю своему президенту и народу Казахстана. Благодаря им я подходил на 242, я смотрел на народ, я говорил, ну, блин, ради Казахстана, я шел и это делал. Штанга вылетела как пустая, действительно. Я благодарен всем. Господин президент, в первую очередь, нашему народу Казахстана, который все переживают, болеют за меня, все думают обо мне и передают мне хорошую, добрую энергетику. Спасибо народу, благодарю вас. Что еще сказать? Добавить, наверное, пока... Можно говорить многое, очень многое. Ну, вот эти вот на первых порах эмоции, вот они вот такие. Победа за мной. Я забрал эту золотую медаль, и она наша, нашего народа.